переодение. Он не рушит. А вот переодеваю же, этим не занимаюсь. Да цешник, надеюсь? Ну? Да цешник тут спасает прям. Я не знаю, если вы в 3 хила нахуй не выхилите, плейбой тут? Можете, блядь, не знаю. Удалить персону, да? Жизнь. Реально, блядь. Плейбой. Все, поехали. 3, 2, 1. Ну я также диспелю, да? Ага, и щитки еще да. Звезду. Первый пул был самым лучшим, на самом деле, кстати. Да. Чем себя последующий? Это пиздец. Ну так всегда, блядь. Ааа, блядь, охуенно накидало, кстати. Бах. Сделал что я пожал? 5 минут. Ты не лучше кофе, пизду этот чай нахуй. Я чуть-чуть зря. Подожди. Шишечки? Все, потрешу, поехали. Я там немножко на себя собрал. Чуть-чуть. Малызба. А ты ПС кидаешь? Конечно, нет, ебать, я даже не успел ничего вытащить. Зря полезная штука. Полезная. Да понятно, бля, в бою не вытаскивается, вот не смог. А, да. Чё там, трэш умирает, будет, не? Не знаю, я боюсь сдохнуть. Обещал умирать. Надеюсь, заебись. Там Реснин подиспалить надо. 40 стаков. Сейчас ваншотник, нахуй. Если его не подиспалить, Реснин сам себя диспалит. О, уже план разбил. Чем пьем оба? Нет, не надо. Босс пить. Если что, зубы просите. Шишечку. Я попал. Реслин, ты, конечно, прикольно придумал, а трэш-то ловить будет. Если бы у меня лужа в КД была. По трэшу, знаете, уже. Про трэш мы можем под ерицей? Да, я похуй, дайте еру. Какое нахуй экспертное мнение, нахуй? Я уже 10 раз выпанулся на Джуналай, нахуй. Все, блядь, нету никакого мнения. Остался я сам. Сейчас убьем уже, блядь, только не упадите на бомбу. 10 пока нет, еще можешь парочку сделать. Диспел. Заебался диспелить, честно скажу. Нихуя себе он бомбы накинул, кстати. Угу. Сет, ты бы глыбы нажал.
Я перепенял уже просто нахуй, там хуёво было накидано. Да я тоже, блин, канулся и чуть-чуть постарался. Ничего добьем сейчас нормально без него. Да пиздец, на каждом этом умирает бомба. Серьёзно? Да? Пиздит. Пиздец, вагон, нахуй ты вообще врейд взял, блин. Пиздит. А вот диспелит, блядь, все под стаками, я хуй знает, с двух. Прохуй, на кого бомба? Просто про диспелит, блядь. Всё, больше не под диспелит. Паладины, два диспельти паладин. Сейчас только босс остался, сейчас больше не худел. Да все похуй, там на танке стаки остались. Выживите, главное. Бичи, ну и прохилите, соответственно. Слушайте, это тут не, не обмен кидать столько. Это надо двигаться. Что? А куда ты собралась? Так я на работу завтра собралась. Я просто вспомнила про неё, она пылится в шкафу уже годы, блин, целый. Надо так вот. Угу. Кофе сделаем его. Ты мне скажи, нормально или... Нормально. Как-то убедительно звучало. Что, типа, трэш закончился? Да, блядь, это весь босс был, блядь. Закладчики устали. Закладчики ебаные. Сосед в соло его выбил чисто, блядь. Так ты наёбщик, говоришь, за звездой бегай, два раза меня уронил так. Ну, блядь, вот посмотри. Посмотри, урон по мне. По мне ни одной, блядь, бомбы урон не зашел. Ты не добежал нахуй просто, блядь, а не за звездой. Вот это последняя смерть, где вот ты умер. Там хуёво бомбы накидало. Если бы я не отбежал нахуй, по мне бы въебало еще. А на мне стаки было, могло бы шотнуть. Я перебежал нахуй, чтоб себя засейвить. Эгоист. Просто сосед лох. Сосед, тебе на ручки нужен был. Звезде, блядь, по-любому. Не доверяй, тактику, сосед. Глю, это... под баблом бегал, но... Есть там сильный джага на боссе, блядь, ману поединец? Ну, лысбаун под дыхание. Война засейвил чисто. Я ебу. Ебал, это ты. Тебя хватает маны. Какой это пул, блять? Хуй знает, десятый. Сейчас посмотрим. Пятый или шестой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, видишь, десять. Это десятый, нахуй. Это первый пул, мы просто придрачивались, не надо тут. Пристрельный, блядь. Сосед, а че ты на прошлой неделе делал, блять? Притирался? О, ты это уверху чела. Ебать. Реально, блять. А у меня учишь играть, кстати, да. Углю маны мало. 70%. Арисин, ебани ему руки. Руки возложения. 5% резни. Пивко, блять. Углю там нормально маны еще. Это после рук уже стало. Он клятку еще не нужен. О, чуть сценарист у меня сдуло. Предлагаю вайп. Предлагаю шишечку. Шишечка. Возьмите заново бомбу. Давайте, не опростоволосимся. Давайте, если сет еще раз на следующем боссе вайпается, отправляем его в жому, чтобы он на тактике выучил, потом пришел к нам. Чуть там корешок не ломить. Да, там его научат. Виденха надо взять в жомы. Mm-hmm. Не, спасибо. Может, я... Сейчас походу малокрас. Ну мне там кто-то рассказывал, у них там эти уникальные СЛК за 2 КД. За 1 КД закрыть не могут. О, щит ебать. ДЦ ебать. Да не, они сильные, ты что-то рассказываешь, что? За убийцы, они же. Он же не надо никому здесь, пацаны, забросишь сразу на войда щит. Или ты взял? Чё, отдашь? Отдашь? Никому же не надо. Пятка. Ну половину чисто суммы, блядь, забираю. Нахуй тебе этот щит, иди он с Наригорна, бери апа его, он целка хэмовский будет. Я что-то на Наригорна хилом ни разу не ходил. 2-5-8, next. Тебе очень понравится, стоишь АФК, просто нахуй весь бой. Ты главное, когда на Ригорн, короче, ну, типа, будешь идти, пиши кодовое слово. Что-то коды,
Вот. Блять. Сзади. Какая-то хуйня. Блять, вагоны нахуй, пиздец. Вы даже пройти не можете. Когда, короче, на Регорна там чел будет собирать, пиши ему кодовое слово вылез. Шишечки. О, минус сервак, да? Все, заебись. Не минус. Да это опять упал. Откуда этот пидор прилетел, вот этот заклинатель? В смысле откуда? Ты направо посмотри, там, лестницу. Там, где ты его сагрил, блять, вот туда. Сейчас слева. Я сагрил? Да. Я не знаю. Он за тобой побежал. Сука, я что-то заметил. Я так обрадовался, что босса убили, блядь. Вообще-то он за мультивейв побежал, его убил за мульта, я потом пошел по всем вам. Реслин, потанчик покатаешь? Вон этот дома. Сейчас я приду. Ты первый сдох, мульти. Он за тобой чарнуш, я убил на лестнице. Вставай к стенке, чтобы тебя не бросало по ГД. Куда-то к стенке, ага. Это глюк прохилишь, если что, блять, надо отойти поскать, сука. Машенечки не видел? Настя чай рыду не принесла. Пиздец, блять, все ломаем, блять, на тебя растянулся на ебаническое количество времени. Пиздец. Ну, ребята, нахуй. Танки не умеют танчить, трэш. Угу. За звездой идите, потом обманывает и убегает. Королиза. Эксилон ШП. Ну, кстати, этот приста немножко дюпал недавно. Я не знаю, либо у него много АОД, либо чё. У него там 5 или 6 наручных хранителей. Купленных. Пофиг, парень. Тебе не похуй, чем он там барыжит. Тебе напомнишь, что было с фолищитом? Ну, забанили и что? Ну, то, что он просто офицерские дела выполнял, передавал деньги в ГБ. Ты ходишь в бане, да? Не, я там амнистию получил. После разбирательства. Просто я тогда был на другом персонаже, он за место меня положил деньги в ГБ. Да петушка через... нахуй, на... петушка на кровле просто нахуй, блядь, забанили вместо него, нахуй, все заебись было. Ну вот ты там гонишь, там нахуй полгильдии перебанивали, там, или одну треть. А всех забанивал так. Нет, там еще Рислин дома в бане есть. Дюпали всякие хуё. Да я думаю, может рецепт будет на этот, блядь. Не сильно, блядь. Шотная палочка, блядь. Холли, блядь. Просто холли, нахуй. Пиздец. Появился половину холли шита, блядь. Девочка с большими глазами, блядь, маленькая. Два зыс. Потому что это Макска замаскировалась, что ты не понимаешь? Два моба надо будет контролить. Черносер дают это вот. Алисон и тёлку, короче. Что, если может отсюда даггер выпадет? Что, Зулджина тоже в 3 хила, да? 4. Нахуя там 3 хила, блять? Что, блять, под шишками реально, что ли, нахуй? Я не могу понять. Сначала малокраса прохильте. Малокрас изи, нужен потруднее. Нахуй, блять. Рога не напуливает вагон. Ну, учитывая, сколько вы там сидели на пнишнике, который еще легче, чем малокрас. Да не, малокрас. Там, блядь, сиди вообще нахуй, не пизди нахуй. Ты, блядь, мог потевреть нахуй, блядь. Еще там подпиздить. Игру сегодня удалял, блядь. Скидывал скриншоты. Не, я удалил его. Удалил, Наталья? Ну, один из.
Рит, ты, да. Ты залетай на стримы, короче, будешь меня... А это хуйня надо кому-нибудь стать? Учить. Скоростер. Бля, такой говняный грудак на самом деле. Кожа. А там где-то была качуга. Так хуйта, ебаны. Твой Арислин уже давно отдали. Да? Арислин тебе надо, эта хуйня? Может, так уже таймер закончился, проснулся ты, блядь. Да ну нахуй, реально? Рел кидает, бля... пишу на форум. Ебать, там же это, нихуя себе, я как-то я проебал, ебать. Арислин еще, я тебе больше хочу сказать. Арислин даже писал, спрашивал, воет тебе не надо? Да ну нахуй, Арислин реально что ли? Пиздец. Какой грудак, тканевый что ли? Нет, не грудак, штаны. Не, ноги там кольчужные с этого, ну, с этой скалы. Я понял, какие топовые. Сейчас это топовые ноги, не считая крафтовых, они одинаковые. Если в ДД спекайся. Ебать, я проебал, ёбаный. Вагоны. Сука, я чё, отходил, что ли? Не могу понять. Ну, это сразу после посоха, по-моему, было как раз ролл этих штанов. Мне кажется, уил 100к, все остальное выключилось. Изи ролл, изи мани. Поэтому забыл про штаны, реально. Так, Арислин, твой, короче, ромбик, да? Сапаешь его, обновляешь все время сап. Следи за этим, чтобы эта падла вообще не подходила близко, чтобы доту не разнесли. И чтобы эта тварь все время стояла в сапе. Это очень важно. Надеюсь на понимание. Черносерда, короче, этот мулинраж. По КД шаклишь, обновляя шакл, смотри, чтобы он тоже там не бегал. Запомни, цель возьми. Если, блядь, он в милизону подойдет, там глю, я не знаю, фернешь или Арислин фернешь. Будешь двоих контролить, вообще сразу. Арислин охнулся. Остальное просто бьете босса. Слушайте, какая способность, выбегаем там и так далее. Арислин, ты услышал, что делать? Арислин. Сапаешь ромбик и держишь его в сапе. Понял? Если мулинраж проебется со звездой, фернешь ее изгнанием зла. Нарча на полумэф. Ну все, поехали. Пошли же сдавать контрол. Арислин и мулинраж сразу. Звезда и ромбик с контролем шакл. Ага, уже, блядь, посрывали всю хуйню с меня. Угу. Не, карага пофиряйте, потому что это пиздец, я не смогу два держать, срывает игру. Мульти, аккуратно с Близзарда выходим, или что он там маг делает, я уже не помню. Че за хуйня? Плейбоя убила. Ну, блять, я не могу агро держать трех мобов, вы просто уешите, ебать, просто ебать, а уешите, нахуй. Ну просто не держится эта ебаная игра в этом бладе, вонючем, нахуй. Он держит? Два таргета еще, да, блять. Ну три это все пиздец, нахуй. Там ГДК невозможно держать. С вашим ауе этим вонючим, блять. Ой. Похуй, бьем так. Мобы стали держаться за топ. Рога, ты напуливаешь? Нет. Не напыливай только основного. Смотри лучше за собой, нахуй. Я в инвиз ушел. У меня ж экран уходца стал, ебать. Ну ничего, с огненного ливня выходим все, только увидите. Огненный ливень такой локовский.
сразу с него выходить. А он в Африке, наверное, не будет этого огненного лима. А может и будет, кто его знает. Он на этого кинул проклятие на мага. А, в мульти иглю. Или переделали в Африках. Нет, еще не переделали. Ты всем похую. В Африков еще не переделали. Ребят, у вас там хил хилит. Поса. Шаманы. Реслин, ромбик, пожалуйста, за сапни, блядь. Я обновляй сап, не забывай. Это пиздец. Я тебе это уже написал. Ливень. Вышли. На лайсба. Походу мы не убьем, блядь. Там настакается урона столько, что просто пиздец. Колючечка еле вызвал. Блин, еще 50%. Че там по прокам? Давайте Геру. Давай. Кто там у нас по способности реслин? Блять, лужу не разливай, реслин, пожалуйста, блять. Больше. С лужи сразу убегаем, как увидите, только лужу. Под милисоны. Крылья. Пять крылья. Так, лужу не кидаю там пока. Все нормально, можешь кинуть, если не покажешь. Так, сейчас у нас кто? Сосед минус. Понял. Беглы бурнал. И КД был, нажал. Ебал этот моб, нахуй. Черносерда. Реслин фиряет черносерда. Звезду. Ферни. Пизда, реки, нахуй. Прохил. Опять паладин. Может лужу разлить, так что смотрим аккуратно. А с лужи сразу выходим. Лужа, вышли. Черносерда не забывай обновлять этот. И по Алисе сап не забудь обновить. У тебя сколько до низыбки? Лужа. Сейчас будет. Но я под этот отдам сейчас. Класс. Подказ буду отдавать. Да, я даю. Прохил. Служи моей выходим ДКшный, главный красный. Она кидается в РДД, ну куда попала, короче. Увидите красную лужу, выходите. Углю есть это. Лужа. Блять! ТТ на ману. Уже был. Реслин, поставь ауру на тьму. И когда скажу, нажмешь ама. Глю дашь массакру. Не, пока не надо ничего. Сейчас будете прожимать его оба. Прожали. Прохил.
рейцу. Аккуратно, блайт может шальной залететь. На последний надо будет, короче, каплю по кому-то. По мне, наверное. Ресин, забери каст ауру, глю, забери ауру на тьму. Будешь отдавать эмо глю по вот эту хуйню. Меня слепит. Так. Да, и прямо сейчас гимн на хп. Заранее просто, чтобы дебаф повесился на всех. На прохил. Угу. Прохиливайте теперь. Эма на тьму. Или Алисон контрол. С Близзарда выходим или давайте его. А мы не без. Черносерда ферни. А мы не безнадежны, блядь. Вы, блядь, безнадежны. Ну, смотри, ну, зря посмотреть. Ты не пошел, блядь. Шлем на тебя упал, бисовый на энхенах. Какой? Бисовый. Еба. Давай там рожа лошадиная в нем. Ты заклинание бисовый на энха. Войн, блядь, тупо нахуй замирает все у людей. Да ебать, я не знаю нахуй, ну первый раз такое, блядь. Всегда, блядь, меньше 50 ров. На тебе еще на энха, блядь, шлем. Будешь риту, блядь, потом в трейд кидать, хвастаться. Че, а не я сролил? А, 90 было? Ну. В смысле? О, ебать. Так там да. Написано ваше. А я уже зачарил нахуй. Вон ваша добыча и потом только 90. Ну я сейчас посмотрел. Вот мысль. Я его, блядь, сразу в камень въебал, он на хосту тут лежал внутри. Ебать ты, конечно, пиздец. Ты сначала пугаса наебал, теперь вас наебывает, смотри. Да не, я реально не наебываю, блядь. Посмотри, он у меня же на мне, блядь. И свиток у меня на хосту лежал, и камень на 30 хосты. Больше нет это мне. Давайте, поехали, покрашу. Я когда в шмот ложил, в сумку ложил эту всю хуйню, не думал об этом, блядь. Блядь, ретрик что ли? Блядь, даже кофе нормально не попьёшь сам. Пизду, этот ГДК нахуй массакрой, это такая параша ебаная. А после каждого, ну, на каждом трэше, блядь, спекаться ванхолики, это, конечно, такая вся хуйня. На самом деле, заебывает. Я сегодня же оттанчил протопалом в Зулджина этого ебаного. Ебать, там без напула рейд был, агро срывали. Потом, короче, говорят, ты одень шмот на ДД. Я на ретрике без шмоток одел кольцо, триньки нахуй. Пламя там, блядь, и пиздец, там столько агро. На варе танковал, на ретрика шмот одевал. Интересная механика, блядь. Не варом, я палом танковал. Постоянно его уши долбится. И, короче, зачарил. Ой, ты там плитку рассматривал, лицом он лежит. 12 хосты вот это. Посмотри на тебя, наверное. Скорость бега на тапке зачарил и бегал от вихрей. Ну, короче, протопалом фул затанчил. Красавчик вообще. Так, короче, блядь, я пошел курить. Что я вам советую? 4 минутки перекура, блядь. Курица со дьяволу, курица со дьяволу. 15.
Фонари, мне не интересует твоя вот эта вот повседневная жизнь, блядь. Осуждаю, курение убивает. Ну ты бы так открыто не говорил бы, как бы, ну, есть же чужие люди, блин, не хвастался этим. В смысле хвастаюсь? Я настраиваю на то, чтобы вы бросили сигареты, лишние деньги перестанете тратить, убивать всю жизнь. Я герой. Непризнанный. Я понял. Тут на щиты у меня нету, сука, надо на интеллект включать. Этот Золоман вообще какой-то мертвый, блядь. Выпустили его бы таким, как хотя бы как на X2-нах, было бы нормально. Одна гильдия бы закрыла на сервере, блядь. Почему одна? Ну, две. Три, как целка. Примерно три, как целка, она бы. Экзальты вон бы закрыли. На X2, я помню, меньше сундуки. Места. Меньше места было для бомбочки, где он кидал. Наверное. Не знаю, мы бы одним статиком точно бы закрыли. Если брать тех людей, которые шарят. Ну, жалко, там никаких у нас магов, соседов нету. А, нет, наоборот, хорошо ведь. Мультим он шарящий есть. Ебать, вот как навожу на Т4 маговской локовской, там ебать на весь экран текста. Ну. ДК почитай, там больше. Ебать. Надо, чтобы на шаманов так было, и короче одну кнопку тыкаешь, нахуй, и все захиливается сразу. Ебать. Еще чтобы два волонира можно было носить. Я так делал, уже пытался, но второй нет второй руки. На левую руку нету пушки. Я же делал себе реестр шамана с двумя пушками. Чего то они вот про товаров не апают, сука. Так про товаров, наверное, пиздец, самое зубодробильное играть. Нет, я вот только сейчас заметил, что у этого друида ник был в дискорде, блядь. Курю газету, блядь. А в игре курю растения, блядь. Ой, блядь. А в друзьях безжалостный подписчик подписан как шишки, да? Курю шишки, ебать. Курю растения из газет через шишку. Все хорошо. Нет, шишки, растения, короче, блядь, через газету. Не, там уже через бутылку, блядь. Через оплату. А ты что не видел, блядь, бутылку в виде шишки? Стеклянная, хорошая, блядь. Нормально. Не, гашка это такая, блядь, непонятная хуйня. Там, блядь, непонятный эффект может произойти. Да? Это самый жесткий зуб Золоман в моей жизни, блядь. Рит, ну-ка давай этот экспресс-курс. Как тут захиливать лучше всего топор вот этот, который кидается? Цепнухой. Ручкой. Ты вот знаешь, суши магов, которые ебалом в пол лежат на каждом боссе? Да не, я знаю, что он хуй не стрелял. Мало волнуй сравнение, это максимально быстро. Если там мало хп, быстренько быстрее кино просто и все. Чаще так, есть тут люди, которые первый раз? Да. Да. Головка, блять, я бы сказал. Ну, вот Серега, орать Геру. Че ты так впалился неожиданно? Короче, смотрите, первая фаза. РДД стоите подальше от босса. Мелеки может отходить, от Ефрея хотел на стрим. Этот. Потом, ну, копье, соответственно, прохиливаете. На второй фазе босса поставлю в печеньку. Спиной будете стоять в крест. Приколюшечка. Мульнраж, который. Даешь масс-диспал, ты в ШП, наверное, будешь лучше, чем ДЦ. Твоя сила, блядь, хватит. Меткость вешай. И бей.
Маздиспл спамишь просто, когда я тебе буду говорить. Когда скажу, все в крест побежите. Встаньте в крест, я дам сейв. Глюда с массакру под переходку. Прохиливайте, я собираю ветры, потом встанете все в центр под босса и будете бить. На рейсе все в одном фрейме стоите, бьете босса. Ну и на этом, блядь. На лас-фазе со столбов быстро выходите. Смотрите, куда столб кастуется. Возьмите, включите там, не знаю, интерфейс, бой, таргет, там, цель выбранной цели, галочку поставьте. Когда босс меняет таргет, значит, того летит столб. Под ебалом у дракончика не стойте, он там дыхание еще свое дает, чтобы дыхание у вас не сдуло. Ну и в принципе все. Сейчас Молин Раш у нас это покажет и пойдем. Хуй знает, Мальдраш реально так долго курит, или он там по 2 сигареты сразу или по 3 хуярит? Ну так пока в ложечку, пока разогреть, ну что ты начинаешь человеку прикапываться, а? Все хорошо ли там? Просто люблю скорострел. Монрит вообще, блядь, скуривает там за 5 секунд, да? Ну, за 2 затяжки. Я помню, у меня в колледже были такие типы, нахуй. Приходишь с ней на крюк, они просто так садятся. Сейчас, подожди. Все, пошли. Спек, если все, нахуй. Арит там бычки собирает, ходит. Ваня, я в шапе? Да, ты в шапе. На второй фазе, там, когда буду гореть, маздиспл там кидай. Там два раза надо будет, на это примерно. Я только кальяны и вейпы курю, сигареты не курю. Ненавижу их. Там рыбку ладно поставлю. Пиздец, 16 рыбы на вас, блядь. Дармоедов за этот взломан. Сосед, дай голды, блядь, по-братски мне. Кстати, мне кажется, я знаю, откуда у соседа столько денег. Они ж там с шишкой собирают на Дригорна часто. Ну, нихуя. Подгончик, ну, спасибо. На рыбу. На починку ебать будет, ну. Ну шо, Феникс, давай как в старые времена. С тебя спецы, с меня рыба. Да, реально, блядь. Все, чё, дай почёт, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Угу. Велики, отходите от вихря. Это хуёво затея. Там почти шоты. Мы еще пиздец, тем более. Там только рога может жить. Под выпад нажимать. Сейчас вихрь и копье будет, поэтому лучше отходить. У вас вагон массовое рассеяние НШП не вывел. Красава, что я тебе могу сказать? Тогда что я тебе могу сказать? Кик с рейдом. Диспель вручную, блядь, вместе с Глю Напаровна. Под ним дисплом, блядь. Ты отбегай хоть как-то заранее. И проси тебя Реслин, чтобы он вам там помог. Хуй, да. Блять, с книжки нельзя, сука. Он почти ебучку снес. Пиздец, ты гонишь? Ой, блять, я ебал нахуй эту хуйню, блять. Оно не выйдется, по-моему, нахуй. Угу. Дай диван, блять. И стой, плейбой, на максимальном ренже, блять, и отбегай.
когда вот он начал кастать, ты отбегай, блядь, два прыжка там надо сделать, три. Все, пиздец. Как там дебаф нахуй называется? Ну-ка. Не, ребят, все, в пизду. Это уже прям реально пизду нахуй. Ну, заебало уже реально. Давайте вы как-то, блядь, немножко. Это рит. Начнете все-таки думать, нахуй. Это пиздец уже цирк. Как диван, блядь, дебаф называется, который броска этого ебаного. Дай мы срезглю. Я успею его прочитать, и человек сдохнет. Сиди там на толкании и не подпёздывай. Предлагаю ему мут дать. На кресле мне хорошо. В этой конференции разговаривают. Так, ну-ка, там швы проверь нахуй на кафеле. Ну-ка, быстренько, давай. Упал еще раз для проверим. Силы, кстати. Ты полысь куда гремом взломали. И, сосед, я не знаю, щекой не прикладываюсь. Узнаешь на экстраиде, на бункере. Да не, я там никогда память не падал. Видимо. Сосед сглазил, упал, блядь, уже по-любому. Да, да, я уже проклятие навел. Ну там еще тот козий глаз. Вы когда будете вайпаться, скажете, сосед пидор сглазил. Каждый мой вайп, сосед минус косарь. Надо не проскивать ссылку, на хуям тогда. Да что там, блядь, вначале ничего сложного. В Гирзун, блядь, это... Нестабилка, блядь, зеленая эта хуйня. Стрела тьмы, блядь, и это, и порчу обнуляешь, все нахуй. Ну, один раз семечко кидаешь, потом порчу сам обнуляешь. Дальше семечко не используешь, нахуй, до этого. Дух так по-уебански летит, у меня всегда калил вас. До экзекутки, блядь. 3, 2, 1. Фу. Стоп эти при переходе. Диспал? У нас диспал? Мульти. Там должно быть в центре комнаты. Дайте. Или хотя бы здесь, где не мишка стоит, оставь здесь тотем на перефазе. Я вон в углу поставил. Диспал, диспал. Все тихо, блин. Дайте ребаф пошла. Диспал.
Соседа. Сейчас никто не бьет, когда фаза будет. Сейчас диспал, подожди. Диспал. Сейчас, когда фаза будет, никто не бьет, становитесь крест, тупо хилить. Я вам скажу, когда можно будет. Сейчас еще одна хуйня будет. Есть. Какой там тотем на ману гимн нажму. После потом дашь. Диспал. Все, отошли все в крест, отошли все в крест, крест отошли. РДД переводить. Дал избаун. Массакру прохиливайте пока. Все, все ветры вроде напишу, да? На, идите. Не, пока не надо. Идите, сейчас еще один круг сделаем. Не успели. Там войд в соло убьет. Все, прямо в босса стали, прямо в босса. Тотем на ману поставишь и этот. И гимн на ману дай. Прямо в босса стали. И прямо во фрейме с боссом стойте. И бейте босса. Там проклятие скоро закончится, не забудьте мне. Босс все станет, бьем босс. Сейчас прохиливаете, скачок бы. Прохил. Мульти прохиливать. Сейчас последующий бомжи уже дам. Все, надо давать. Синерицу прохил. Воин провайдна брахил. Сейчас максимальный брахил. Сейчас еще один скачок будет, последний. Сейчас фаза будет. Геру дали фулл ДПС. Разошлись, подъебало, никто не подходит. Мы раньше я в твою сторону буду вести вас, если стол будет. Чего вы раньше не выбираете? РДД, не стойте в одном кемпе, чтобы вас не вернул. Вот стол мой. Сейчас первый стол будет.
должен быть, по крайней мере. Стоп, мили, вы вышли. В меня кинулся. Реслин. Сосед, аккуратно отойди. Дыхание может задеть сейчас. Войд. Да, лайсбаун. Блять, смотрите, еще сдох. Приколюшечка. Ой, блядь, сложно. Сложно, не понимаю, нахуй. Хоть спану кнопку Windows нажал случайно. Сейчас стол будет. Ой. Минус все хилы. Бывает. Ну если сосед... бы челики вот эти не сдохли, все. Там уже хилы сдох. Нет, он уже шотает, уже фулл хп я прохилился, и он уже шотает. Потому что, блядь, ну, вы, ну, я не знаю, но это реально пиво, нахуй. Я не знаю, как по-другому это сказать. Ну, это пиздец, нахуй. Вы не можете, блядь, со столба выйти, нахуй. Там убивают вас не за один тик.